До завершения сезона «Энергии» остались считанные игры. Заключительная домашняя встреча прошла в минувшее воскресенье. Соперницам команде «Динамо» ГУВД из Новосибирска 3 месяца назад «Энергия» проиграла. С тех пор у девушек было достаточно времени для работы над ошибками. Первую игру мы с треском провалили, мы не выполнили вообще ни одной установки. И на эту игру была установка, что мы должны были выполнить все установки. Были расставлены акценты на тех или иных игроков той команды, то есть на Наоми Майомбо, разыгрывающая их, и на центровую в основном, потому что, в принципе, они набирают самое большое количество очков. Стратегия сработала блестяще. Ивановки повели в счете буквально с первой четверти. И по ходу игры продолжали наращивать преимущество. Несмотря на отчаянное желание «Динамо» отыграться, «Энергии» удалось сдержать натиск соперниц. Итог встречи 65-50 в пользу хозяек паркета. Безусловно, результатом довольны, потому что победа вывела нашу команду окончательно на 7-е место. И это очень хороший результат. А победили, я считаю, мы все вместе. Болельщики были замечательные сегодня. Руководители области пришли на матч. Конечно, это тоже подстегнуло. И даже в такой нервной игре наш характер оказался сильнее. Нашей команде осталось провести заключительный поединок регулярного чемпионата премьер-лиги. 22 марта в городе Видное «Энергия» сыграет с клубом «Спарта НК». Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.